решил проверить версию о том, что если перед магазином плотно поесть, то покупать еду не захочется. И то, действительно, это точно, покупать продукты не захотелось. Поэтому взял водку. Всегда немножко опережаю события. Поэтому новогодний запой начал в октябре. Знаешь, почему в старину все ходили с посохом? Потому что опираешь на что-то, идти легче. Потому что тогда бейсбольные биты еще не были изобретены. У одного мастера маникюра была клиентка, муж которого свято верил, что после коррекции нельзя 10 дней мыть посуду. Русский турист в Индии продал чехол для гитары, убедив индуса в том, что это намордник для слоненка. Хочешь, расскажу скандальную новость? Ну? Я аванс пропил. Вот так просыпаешься рано утром и понимаешь, что нуждаешься в улыбке, ласковом слове, нежном поцелуе, добром слове, денежном переводе. Мужик в магазине покупает сотовый телефон. Продавец говорит, у этой модели есть настройки громкости. На улице, без звука, на собрании, на самолете. А мужик спрашивает, а вся хуча Лебенского машинного завода там есть? Побыстрее же уже Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта. Короче, побыстрее бы лето. В магазине на кассе. Молодой человек, 18 есть? Я же колу покупаю. А я просто интересуюсь, я свободная женщина. Что может быть хуже, чем разбитое сердце? Когда наступил собака на хвост и не можешь объяснить, что ты случайно. Нашел себе умную, добрую, верную и красивую. И был так счастлив до тех пор, пока умная не узнала о доброй, а верная не узнала о красивой. Я такая внезапная. Подошла к холодильнику, отрезала огурчик и внезапно сожрала 5 котлет. Хозяйкам на заметку, если проводить уборку реже, то результат будет очевидней. Петруха, я сейчас приеду и ты увидишь, как я торопилась. Говорила по телефону одна женщина, стоя в метро в разных сапогах. Шотландец, когда был на улице Лондона, случайно выронил шиллинг. Он начал его искать. Подошедший полисмен спросил, что он делает. Шотландец сказал, что потерял шиллинг. Тогда полисмен сказал, продиктуй свой адрес, если найду, я вышлю вам. На следующий год шотландец опять приехал в тот же город. И на этой улице в это время были ремонтные работы. Шотландец сказал, о, этот мужик человек своего слова. Подписываемся, кликаем на колокольчик.